Состоявшаяся в регионе «Ночь музеев» показала, что предложенные музеями программы интересны для жителей и гостей Подмосковья. Всего в них побывали более 42 тысяч посетителей. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составила 33 тысячи. Одинцовский музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина посетили более 4 тысяч человек. Особой популярностью традиционно пользуется мистический интерактивный спектакль «Пиковая дама». Актеры в этот раз играют не на сцене, а в музее. Причем здесь декорации самые настоящие. Многие предметы видели дела минувших дней, и в этом есть что-то фантастическое. Когда ты занимаешься театром, ты создаешь иллюзию, а здесь эта иллюзия не нужна, потому что ты находишься в некой реальности, она уже фантастическая. И просто остается только ее заполнить собой каким-то смыслом, который нес Пушкин. В общем, все остальное уже здесь. Ночь в музее-заповеднике Пушкина – это всегда удивление, открытие и новое прочтение любимых произведений великого русского классика. Посетители приходят на обычную экскурсию, но на деле оказывается все иначе. Персонажи оживают и разыгрываются целые действия. Для меня это для самого всегда вызов. Понравится ли публике, не понравится. Это всегда волнительно и всегда, на самом деле, непредсказуемо. В залах дворца горят свечи. Атмосфера ночи придает таинственности происходящему. Посетители почти бесшумно ступают, чтобы не потревожить героев и не разрушить магию. Ночь музеев проходит один раз в году. И всегда это незабываемое и яркое событие. Мария Шматкова, телеканал Одинцова.